Отдать швартовы, поднять паруса. В навигацкой школе Тольятти дали старт новому сезону. Юные речники совсем скоро зайдут на борт своих судов и продолжат оттачивать мастерство покорения водных просторов. К тому же в этом году навигацкой школе исполняется 15 лет. Все это для детей, для того, чтобы они ориентировались, смотрели, как можно жить, как можно развиваться, заниматься спортом, яхтингом и так далее. В навигацкой школе Тольятти обучается почти 60 детей. Они занимаются армейской подготовкой, знакомятся с двигателями, видами речного и морского транспорта. И каждое воскресенье все юнги получают возможность проверить полученные знания на воде. На парусной лодке, когда мы ходили, я управлял парусом. И это незабываемое ощущение. Я никогда не забуду, как я ходил. Это тяжело. Не всем это понравится, но когда ты привыкаешь, когда вот даже вот стертые руки об канаты, не обращаешь на них внимания. Напомним, что официально навигацкий сезон откроется 1 июня, а завершится 1 сентября.